Премьер-министр Майя Санду утверждает, что возможность строительства аэропорта в городе Чедерлунга, как обещала избирателям Башкан Ирина Влах, может обсуждаться только после тщательного анализа инициативы. Глава правительства отметила, что также есть предложение о строительстве аэропортов в Бельцах и Маркулештах. Правительство должно сначала увидеть конкретные цифры и количество пассажиров. Речь идет о больших инвестициях. Мы будем обсуждать такие вещи, но в основе такого решения должен лежать экономический анализ. Мы должны посмотреть на вещи в целом, а затем принять решение, сказала премьер-министр. В ходе предвыборной кампании по выборам Башкана Гагаузии Ирина Влах пообещала открыть современный аэропорт для международных пассажирских и грузовых рейсов в Чедерлунге. Ранее президент республики Игорь Дадон также заявлял, что стране нужен один или два аэропорта, так как Кишинев обладает монополией в этом отношении. «Нужно посмотреть, какая у нас есть инфраструктура, какие нужны инвестиции. Уверен, если мы откроем еще один-два международных аэропорта, будет развиваться региональная инфраструктура. На основе конкуренции цены будут ниже, чем то, что сейчас происходит в аэропорту Кишинева, который по факту монополист», – заявлял президент.